да, там реально холодно, но вы понимаете то, что на самом деле, когда вы живете там, в этой жаре, вы не успеваете, ваше тело не успевает нагреться до такой степени, чтобы потом подмерзнуть и заболеть. Ну, нет. Ну, бывает люди, конечно, кто много проводит там, в метро ездит, да. Вот. Ну, и причины, вот я бы дал бы, да, что вы можете вложить там, скажем, деньги, вот скажем там, вы можете вложить там 50 миллионов, купить квартиру, шикарную квартиру в Москве, да? Ну, на самом деле, за 50 миллионов, я думаю, нормальную квартиру вам, правильно? А что, 50 миллионов для человека за границей, небольшие деньги, поедете. А, вторую причину я бы дал бы, вот я говорю, что у вас будет, в принципе, место, куда поехать отдохнуть, да? Либо уехать от, не знаю, от семьи там на какое-то время, либо место для друзей, чтобы друзья приезжали в Москву, да? А, сразу задаете второй ответ, вопрос, да? Many people think, why do we need this? Да? А, вот зачем? Много людей думают, для чего нам это нужно? Для чего? И потом начинаете объяснять. Да, реально объясняете. Приезжайте в Москву, с Москвы можете попасть в любое место. Любое место в Европе. Самолеты идут в Москву, как попало. Они летают, ну так и есть. С Москвы ты хоть в Африку можешь идти. Ну, большой Сингапур, есть Сингапуре прямые рейсы, да, в Москву. Нет, ну в Москве есть прямые рейсы, а там уже пресса. Да, так что, на самом деле, я говорю, это вот эти два предложения, на самом деле, это такие предложения, которые я бы отлично использовал после, скажем, начального текста, начального общения с людьми, да. Это два таких реальных предложения, которые объяснить человеку вот этими двумя предложениями, для чего это нужно, причины, почему. Вот. Причины, соответственно, я говорю, вот это все, то, что я сейчас объясняю, это все будет разложено в общей папке, кто будет этим делом заниматься. Потому что я говорю, что вполне возможно, что если останется, там, скажем, через недельки-две, да, там, через недельку, там, скажем, если останется, вот из вчера видели, да, сколько народу было, да, полный класс. Сегодня видите, сколько нас осталось, да? Как бы, если у вас останется, как бы, вполне возможно, что создадим команду, которая будет работать только с иностранцами. Только? А если, например, кто-то из этих выездной за границу? Я имею в виду, что, соответственно, вы можете работать в Москве, продавцу неделю. Это не значит то, что вот только на иностранстве. Я имею в виду, что люди, которые будут оставаться, они будут, соответственно, включаться постоянно. И как бы вполне возможно, что создаться будет. Да? А, причины, я вам сейчас объясню причины, до того, что мы до последней степени еще дойдем. А, причины, для чего это нужно. Вот я просто знаю, как инвесторы работают, да, по всему миру, а что они делают? Скажем, у вас есть клиент, да, который готов купить.